днем Тульской области. Мы гордимся древней и яркой историей Тульской земли. Многие поколения туликов трудились, укрепляя экономическую мощь страны, возводили школы, храмы, строили заводы и дороги, создавали уникальный культурный потенциал. Не подвели тулики отечество и в тяжелые военные годы, надежно оберегая от врагов южные подступы к столице, защищая свою землю, свою родину. Сегодня наш край – это оружейная столица, крупный центр промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры. С каждым годом наш регион становится все более комфортным для жизни, труда и отдыха. Наши успехи сегодня – это результат большого труда всех жителей области. В этот прекрасный день хочу поблагодарить вас за неравнодушие к судьбе родного края, за искреннее участие в его настоящем и будущем. Верю, что вместе мы решим еще много задач на благо Тульской области и всей России. Желаю всем благополучия, счастья, успехов, с праздником, с Днем города-героя Тулы и Тульской области. Государственные и региональные награды вручает губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения».